Так, если у нас... Опа, есть! Отлично, нашли! Так, быстренько перегрев врубаем, все врубаем. Потому что скоро к нам приедет наша цель по любасику. Так, дронов сразу тоже запускаем. А вот и ей летит. Ой, Кикимора, он, наверное, блин, твердый будет. Ну, да и фиг бы с ним, давай пробовать его. Давай, 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 ломай, 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 ломай. Ну чё? А вы мне тут, блин, рассказывайте, не заломаешь, не заломаешь. Пошли смотреть, кто там. Сейчас заценим, чё там у нас за груз. Ну, ребятки. Ну, дорогие мои. А оно вполне того стоило. Не заломаешь, у них резисти там. По 20к, блин. Нормаленько все. Все нормуль вообще. Прям. Муа. Вышло-то как, а? Ух, прям я доволен. Так, у кого килл? Давай выяснять, у кого килл. А, вот он и килл. Так, вот он килл. Наш. Вкушнявка. Урон общий. 3656. Нормуль? Нормуль. Давай, симулировать оснастку для начала. 470 лямов. Оснасточка. Господа. 470 лямов. О чем я и говорил. Давай вот так посмотрим, что у него вообще тут такое. Вот у него что такое. Вот такие сейчас летают. И то это еще дешевый. Это еще дешевый. Это раз. Пошли смотреть дальше. А теперь смотрим. А, лут на 249 лямов. Вот это хрень 13 лямов. Вот это 82 ляма. Вот это 143 ляма. Ну и чё? А? Плохая идея была? Да ни хрена, отличная идея. CCP, большое тебе спасибо за это, за этот ивент. Прям вот вообще прямо. Вот. Лайкосик тебе, CCP, блин. А, не, ворм ко мне летит. Ну, где-то вот он. Он тебе мой золотой, прям в упор ко мне пролетел. Ой, как он тяжело идет, он вообще не идет. А я не помню, я что, пропрыгиваю что ли? Не-не-не-не-не-не. А чё так он вообще не ломается? Чё-то я ни хрена не понял. Да он батареечный. Я не знаю, какой он. Но чё-то у меня не срослось явно. Ты не попадаешь по нему. А, он тоже покраснел? Дебил. Слушайте, ну это, блин, опять прикольно. Так это забавно. Такой дурной, блин, такой милашка. 18 лямов. Ну, такое. Ой, ко мне опять ворм летит. Аспирин Карин. Ой, тебе боже мой. Ну давай, аспиринка. Не, я по ней даже не попадаю, слишком близко, черт подери. А вот, пошло. Пошло, 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 пошло. Есть, вау. Ну надо же. Зашибись. Хорошо приплыло. Ой, я еще за ринку и вознаграждение получил, какая прелесть. В общем, вот такая вот штукуёвинка.
Так, давай симулировать, сейчас посмотрим, что она из себя представляла. А, кораблик был на 388 лямов. Так, а теперь давай смотреть по существу. Существу вот у нас получается 215 лямов. Ну, нормуль.